Да, вы все правильно поняли. Это последняя часть названия нового сезона «Лололошки». Информация уже стопроцентная. Все предыдущие три мои теории оказались неправы. Но скажу честно, по-настоящему теорию я считал лишь самое первое видео. Второе и третье были лишь ради хайпа, признаюсь. Хоть они и были гениальны. Оказалось, что частично правдой была лишь первая теория. Тайм сказал, что название будет 13 миров. Окончательная моя теория, что сезон будет называться 13 миров. А так это или нет, скоро узнаем. И вот вчера у ложки вышел пост главного меню, где отчетливо видно название 13 огней. Да, отгадалось всего лишь одно слово, но не беда. И дату выхода сезона я не угадал. К сожалению, похоже. Рома изменил своим традициям. И это печально. Это был хороший опыт в плане хайпа, но, к сожалению, я так делать больше не буду. Я буду выпускать только теории с моими реальными догадками, по типу первого видео, где я думал, что это будет 13 миров.